Всем самое доброе субботнее утро. Сегодня у нас просто замечательная погода, и мы сейчас едем на озеро. Будем кататься вот на такой вот штуковине. Андрей вчера арендовал на 2 дня, на сегодня и на завтра. Но так как мне сегодня в ночь работать, то завтра утром я буду спать, так что Андрей соседей наших звал. Но если соседи не поедут, они, наверное, скорее всего, вдвоем с Полиной поедут кататься. Вот по такой рампе спускаешься вниз и спускаешь или забираешь лодку. Все предусмотрено, куда привязать. Бурбоки пускаем. Так, приехали уже. Вон Андрей его уже на воду спустил. Сейчас по очереди будем переезжать на пляж, который находится с другой стороны. Сначала он их отвезет, потом за мной вернется. Здесь вот такая рампа дебристая для спуска в воду. Поедем вон на тот пляж, вон туда, кажется. Сейчас упаковаться только еще нужно. Упаковались в жилеты. Блин, оранжевый, такой красивый. Подержите-ка меня. Я не называл. Да все, уезжают, оставили меня тут. Оказывается, мы едем на пляж, который отсюда не видел. Так что сейчас они туда скатаются. Андрей. И Андрей за мной приедет. Газу добавляешь. Если газу не добавлять, у него нет такого плоского руля. Поехали. Я просто говорю, там интересно. Хороший здесь пляжик песчаный.
Мы тут так заняли место, в принципе. Вот там вот за этими кустами, за поворотом, лодка одна, люди стоят. И вот там вот сидят еще. А тут больше никого нет. Он катает на тюбах. Так прикольно, мы так катались раньше, еще в Мичигане когда жили. Даша пошла плавать, а Андрей с Полиной уехали кататься. Много лодок сегодня, хорошая погода. Вот катается. А, тогда он тоже на тюбе везет. На двух даже. Такая интересная штука плывет. С музыкой. Вот такая заслоняет. Опа, перевернулись. Вон там вон парусник какой-то. Даже два. Большая довольно даже. Андрей с Полиной приплыли. Ты поедешь? Ну ладно, я сейчас поеду.
Давай еще один мусор. Люди приезжают, привозят лодки вот на таких прицепах. Сейчас уже вечер, все разъезжаются. Так парковка вся полная была. Все резко стали разъезжаться. Ну, резко все начали грузить. Вот такие вот питьевые фонтанчики. Ноги можно помыть, кстати, вон там краник. А вот здесь станция, такая специальное место. Специальное. Если рыбу наловил, то вот сюда приходишь прям со свежей рыбой, моешь ее, разделываешь. Вот тут розетки эти висят. Это к ним подключаются специальные такие разделочные ножи. Электрон, как его? Электрические, электронные. Вот ее можно помыть, разделать и домой уже вести филе сразу. Не тащить, а потом не вонять в доме. Вот это вот пирс, на котором можно рыбу ловить. Он специально для рыбаков. И вот на нем скамеечки, на которые можно сесть. И там такие еще приспособления. Удочки крепятся обычно. Ну, конечно же, в любом парке. Возле озера особенно есть места для пикников. Вот еще один фонтанчик для воды здесь. Вот такой вот павильон. В нем столы. Можно сесть в тенечке. А если не хотите в тенечке, то вот там вот стол. На лужайке есть. Вот такая большая барбекюшница. Привозишь свои угли, свое мясо жаришь. И сейчас покажу здесь за ним еще одна. Это все так вот приехать к компании, пожарить шашлычки. Если кто любитель, половить рыбку. Вот здесь вот еще одна. Здесь костер можно разводить. И сверху решетка. Опускаешь, и на ней тоже можно жарить. И здесь же еще волейбольная сетка. В волейбол поиграть. Сейчас суббота. И, как видите, свободно. То есть большого аншлага нет. Ну, озеро большое, и таких мест на нем, на этом озере несколько. Поэтому, в принципе, сейчас уже вечер, начало 6-го. Но мы когда сюда приехали в 12, здесь тоже было пусто. Никто здесь, в принципе, не сидел. Народ предпочитает на катерах кататься, чем шашлыки жарить здесь. Всем привет еще раз. Здороваюсь второй раз, потому что сегодня у нас уже воскресенье, уже следующий день.
вечер. Сейчас у нас 5:30 вечера, а мы только где-то 30 минут назад приехали на пляж сюда. Потому что я работала ночью вчера и полдня сегодня проспала. Вот. Сегодня решили, это то же самое озеро, что вчера. Но мы сегодня решили на тот дальний пляж не ехать. Этот вот почти на въезде на озеро. Вот такой вид отсюда открывается. Здесь вот парковка. Вот там марина, вот там паркуют. Если у кого-то лодки, прямо здесь хранятся яхты, лодки. И там же спуск на воду. Андрей уже спустил джетски. Сегодня еще вот покатаемся немножко. Потому что завтра рано утром их сдавать уже. Его, их. Не знаю как. Вот здесь вот в туалет. Сейчас покажу, как этот пляж выглядит. Это я вот уже дошла до места, где мы тут расположились. Под таким вот деревом. Вот это вот Даша загорает. Я тут в тенечке сижу, она на солнце решила позагорать. Вот он пляж. Есть волейбольные сетки. Кто хочет поиграть, может. Вот там вот такая, такой домик, что-то типа кафешки. Можно мороженое купить, напитки какие-то. Я, в принципе, не смотрела, не ходила туда, что там за меню. Ну, даже может что-то перекусить. Обычно продают что-нибудь. Ну, народ катается. И этот пляж мне, в принципе, тоже нравится. Здесь песок. Можно купаться, ну и прямо сюда же можно и на лодке подъехать. Припарковаться. Главное, осторожно подъезжать, чтобы вот никого-нибудь не задавить в воде из купающихся. Вот в ту сторону там такая лодка стоит. Большая, двухэтажная, с горкой. Так в такой жить можно. Вот, в принципе, опять же, пусто. Ну, уже 5:30 вечера, воскресенье. Может быть, днем здесь было больше народу разъехалось. Но сейчас вот так вот. Мне сегодня в ночь опять на работу. Хорошо бы вообще не работать и лежать на пляже целыми днями. Мы за это лето как-то мало выбирались. Потому что я уезжала почти на весь июль месяц. Погода была как-то не очень, это лето какое-то дождливое. Сейчас август хороший, радует нас. Пока что замечательно.